На избирательных участках в общероссийский день голосования 1 июля и за неделю до этого, в период досрочного голосования, будут приняты беспрецедентные меры безопасности. На каждом пункте установят температурный контроль, члены комиссии в обязательном порядке пройдут тест на коронавирус и будут допущены к работе только в случае отрицательного результата. Особое внимание в настоящий момент уделяется обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия участников голосования при проведении всех этих процедур. В этой связи избирательная комиссия Республики Коми уполномочена на приобретение средств индивидуальной защиты. Это маски, перчатки, халаты одноразовые для обеспечения безопасности жизни и здоровья как членов избирательных комиссий, так и самих участников голосования. Голосование на дому будет максимально бесконтактным, заход в квартиры граждан исключен. Члены комиссии в одноразовых халатах, масках, защитных экранах и перчатках прямо в подъезде будут передавать участнику голосования запечатанный пакет с бюллетенем и средствами индивидуальной защиты. Участник голосования получает соответствующий пакет, заходит к себе в квартиру, осуществляет волеизъявление, члены участковой избирательной комиссии остаются наружу, затем избиратель выходит с бюллетенем, опускает его в ящик для голосования, возвращает бланк заявления о голосовании вне помещения для голосования. Члены участковой избирательной комиссии выходят из дома, там, из подъезда, а при этом утилизируют одноразовый халат, проводят обработку транспортного средства антисептическими растворами и едут в следующий адрес. Напомню, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России состоится 1 июля. Избирательные участки для предварительного голосования будут открыты за неделю до этой даты.